и просто не верю. Девочки, давно не была я в этом магазине, Лен, где мы с Ниночкой покупали пальто. Ну, кто знает, девочки. Вот. И я сегодня пришла, прям просто обалдела. Здесь у них такой выбор. Вот постельное белье мне понравилось. Комплект из льна. Сейчас еще один покажу. Шикарный. Вы мне потом напишите, если понравилось, то какой комплект. В общем, 4 наволочки, разные размеры. Ну, такие, знаете, большая и 50 на 70. Двухсторонние пододеяльники. И, конечно, выбор у них сарафанов, платье. Все тоненькое такое. А я почему-то думала, это, оказывается, ночные сорочки. Из льна тонкие, с кружевом, с шитьем. А я думала, что это платье, ну, на улице ходить. Это, оказывается, ночные сорочки. И вот это мне очень понравилось. Смотрите, какое шитье красивое. И она тонюсенькая. Я представляю, как мне спать приятно. Я себе купила брюки, но я вам покажу потом. И вот постельное белье, девочки. Мои на Наталье, сумки. Постельное белье вот таких расцветок. Вот они, разные размеры. Из льна. Экологически чистый. Это вот раньше, помните, у наших бабушек, мам были вот такие комплекты. 14 900 стоит, белоснежные, с шитьем, с кружевом, красивые очень. Тут для мужчин очень много всякой одежды, рубашки, брюки, сарафаны. Вот эти вот, вот этот сарафан мне тоже понравился очень. Смотрите, вот жара начнется в самый раз. В общем, магазинчик Лен. Я до него все добраться не могу. По красной хожу, и все, и не дохожу, или куда-нибудь свернем. А тут уже раз пошла, думаю, рядом была здесь на Красноармейской. Думаю, зайду. У меня даже сувениры отсюда, подарки до сих пор хранятся. 4 года у меня стоит этот казак на бутылке. Скатерти, видите, салфетки на столе. Всегда персонал такой дружелюбный, девочки всегда подскажут все. В общем, рекомендую, девочки. Все. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Девочки, вот такие брюки я себе купила. Вот такие. Но блузку не хочу. Не хочу, чтобы сливался костюм. Потому что у меня есть белые топики, есть белые блузочки к этим брюкам. И босоножки есть такие красивые. Интересно будет смотреться. И пиджаки есть кирпичного цвета сверху, пиджак зеленого, белый. В общем, вот такие брюки цветные захотела. Вот цена, девочки, лето 2021, новая комплекция. Девочки, это не реклама, это я сама. Вот магазин, где находится. Захарова, СТНТ, требуется продавец-консультант. Да, что иду дальше. Девочки, по красной пойдем сейчас. Боже мой, я 100 лет не была здесь. Я 100 лет, девочки, не была. В центре Краснодара. Ой, слушайте, здесь особый аромат. Любовь. Смотрите, все расписано. Вся молодежь все расписала. Все. Сейчас, девочки, где-нибудь сядем с вами. Сядем, посидим где-нибудь. Империум. Короче, а мне-то надо все равно. Мне надо здесь все равно прошвырнуться, потому что мне надо купить платье какое-то на выпускной или, ну, что-то купить на выпускной. Вот. И надо мне прошвырнуться здесь будет. Ой. Хватит носить старые кроссовки. Купи новые в Юнит 4. Так. Ну что, девочки, идем дальше, да? Дальше. Как не любить Краснодар? Как не любить Краснодарский край? Так, на ту сторону.
перейдем. Девочки, кажется, дождь надвигается. Кажется, туча надвигается. Кажется, сейчас дождь пойдет. Дождь пойдет. А я гуляю прям с удовольствием. Гуляю. Что-то цветет, липа цветет. Липа начинает зацветать. Какой аромат. Какой аромат. Прям хочется на лавочке посидеть, что-нибудь пожевать. Что-то хочется прям, как всегда, успокоиться, девочки. Хочется заживать чего-нибудь и успокоиться. Мужчина интересный попался. Не, кран не может открыть. Стоит, мается. Ладно, пойду не буду руки мыть. Я ему показала. Показала на полотенце. Я заказала себе шпица Тироль, комплимент от шефа, клубника с сыром, чай с жасмином, будет азовская уха и будет судачок. Приятного аппетита, Леночка!
девочки, погуляла, покушала, по делам съездила. Иду на троллейбус, не стала такси вызывать. Троллейбус быстрее до дома дают. Мой розовый в этом году, конечно, благоухает.